Окей, вот наш корабль. Идет загрузка. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Юля. Привет, загружаемся на корабль. Строили лодки, и лодки звались. Вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны на берегу, и каждый пятый. Как это наш корабль. Заходим внутрь. Добро пожаловать на корабль. Добро пожаловать. Капитанская рубка. Здесь сидит капитан. Покажи, где твой руль. Вот руль мой. Вот руль. Вот руль. А дальше вот заходите и посмотрите все дальше. Ага. Можешь давать инструктаж по дороге. Сейчас, вот тут капитанское кресло у нас. Вот. Вон там. А я вот тут танцую. Алиса, покажи. Вот тут у нас кухня. Вон там плита, все как положено, да. Шкафчики. А тут я вот буду... тут у нас ванная с туалетом и с душем. Вон там. Сейчас. Что тут? Тут просто шкафчики. Вот, а здесь стол обеденный. А там зад корабля выходим. Там опять Игорь, который продолжает носить вещи. Так, первые минуты нашего плавания. Всем, капитан. Всем привет. Как у нас дела на борту? Нормально. Полный вперед едем. Выезжаем из бухты. Ага. Сейчас идем на поток Channel. Ага. Курс тут на Кингстон. Это помощники. Старший матрос, младший матрос. Эдвин, младший матрос. Помаши руками. Выходить нельзя, там все мокро. Там волны. Там бабушка у нас старшая по кухне. Как кухня называется? Камбуз. 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 Бабушка старшая по камбузу. Там наш камбуз. Сейчас как раз готовит, на стол накрывает. Будем первый обед делать. Так, у нас идет 10-я минута плавания. Тут уже веселуха вовсю. Эй, капитаны! Только руль не бросайте, потому что как-то кривовато плывем. И волна на всей, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна. Алиса, посмотри, мы правильно плывем. Море. За тех, кого трудно, за тех, кому повезет, и если цель... Кто не струсил, не бросил, не бросил, тот землю свою найдет. На красном нас буре пугает, вам скажет любой моряк, что бабушка на подтанцовке. Стоит едва ли сущности бури пустяк. Бурой лишь крепче руки, и парус поможет. Когда мы плывем, мы в канал какой-то заплываем. Мы сейчас плывем на Кингстон. И выдержит полный штиль. Я пью до дна за тем, кто в море. Врач, держите. Нам паром пересекает дорогу. Ну вот, теперь путь свободен. Паром переплыл. Теперь мы плывем. Надо плыть сразу за паромом. Значит, впереди там трос. Ну, за пароном. Капитан, как у нас дела? Все нормально. Идем на борту по графику. Да. Только качает очень после больших кораблей. После больших кораблей качает, но ничего. Пойдем по расписанию. Через 2 часа должны быть Кингстоне. Окей. На Сидер-Айленде. Хорошо. Ну все, до встречи. Капитан! Юля, куда едем? Кингстон. Забрала бразды правления в свои руки. О. А то Игорь не сильно быстро едет. Там... Нас качают, у нас тут мебель падает. О-о. Милтон Айленд по курсу? Да, справа по курсу. Вот там вот. Легко управлять? Ну, так надо приспособиться. Руль, он не сразу реагирует. Его крутишь, через 5 минут поворачивает корабль. Вот наша первая парковка. Выкарабкались на крышу. Ой, помахайте. А я летаю.
Там вон бабушка. Это остров. Такой красивый остров, к которому мы пристали. А там крепость покажи. Да, и там дальше крепость, вот там вот. Так, иди, подожди, знаешь, что здесь, мама первая слезет, хорошо? Да, привет! Привет! Площадке. Где вы? Гуляем по острову Cedar Island. Мы пристали на свой первый ночлег, а теперь гуляем по острову по трейлу. Сейчас пойдем на башню смотровую. Ой, там такой красивый. Да. Это Святой Лаврентий там. Остров обитаемый или необитаемый? Ну, мы видели пару людей, но вообще похоже на необитаемый. Ну, постоянно никто не живет. Туристы, как мы, заехали, да. Но наш корабль там один стоит. Мы тут лазим, пробуем куда-то дойти. Ой, и куда вы идете? Крепость смотрим. Крепость. Ну, проходи, проходились. На крепость. Ну, это все, что я не понимаю. Ого! Целую... На нее подняться можно? Не знаю, сейчас... сейчас будем обходить. Вон, наверху! Больницы. По веревке не полезешь туда? По веревке туда надо лезть. Да, Лиза, давай, ты первая по веревке. Вот Форт Хенри. И там дальше Кингстон. Кингстон. Вот там Милитари Колледж. Мы завтра... дальше, там смотровая площадка. Ой. Есть красивая. Вот. Прямо над водой. А вот то Хенри. Вот это крепость Хенри. А остров называется Cedar Island, на котором мы. Два моих птенчика со мной сидят. Не птенчика, а ты кто? Цыпленок. Цыпленок? Воробушек? А где вы сидите, покажите. Мы... вон там. Вот тут. Тут. Там. Вы сидите на Cedar Island, а там сзади вас Форт Хенри. Острова Сидор. Да. Сзади нас город Кингстон. Вот там... очень красиво, там крепость. Да, Форт Хенри. Старый Форт Хенри. Все, стой. Все, ты снимаешь. Когда ты хочешь выключить, всем нажмешь опять, чтобы красная кнопочка исчезла. Еще раз скажи. Привет! Я плаваю. Хорошо. Ты... огромно держи. Я буду рыбу загонять, Алиса. Посмотрите, посмотрите, мама! Что? Выдра. Снимай ее, снимай, Алиска, на камеру снимай. А это выдра побежала. Наверное, выдра, мы так думаем. Наверное, мы так думаем. А вон мама. Привет, а я тут ужин готовлю, шашлыки нанизываю. Алиса, Эдвин, вы что делаете? А мы кормим уточку. К нам уточка приплыла, смотрите, она почти ручная. Они ее кормят мюслями, хлопьями кукурузными, потому что больше у нас ничего нету. Холодная уточка, да? Там у нас Игорь тут плавает. Большой утка, уток. Большой утконос, или как тебя назвать? Я загоняю уточку. Ух ты, ой, сейчас будет качать, сейчас волны будут большие. Хорошо, что мы пришвартовались крепко. Это тарахтелка такая, как у нас. У нас уже две уточки, и обе такие же голодные. Это хуже смельницы. Смельница? Это назад он едет, Эдвин, наверное. Смотрите, какие они голодные, эти уточки. Совсем не боятся. Третья, мама! И третья плывет. Мама. О, у нас мысли закончились. Алиска там на столе еще стоит. Сейчас вам дам. Ждут. Сейчас, Ути, подождите. Вот там парусник. Тут вообще такое движение, один за одним разные корабли, парусники, катера плывут. Нас постоянно шатает, потом такое волнение тут от них. Вон там выдра бегает. Да, вон выдра. Она, по-моему, тоже голодная.
пытается к нам подбежать, но боится. Она видит, что мы кушаем, они что-то да, кушают. Она видит, что дети кормят уточек и хочет тоже кушать. Тут столько диких животных, вон бобер. Да. Не успели заснять он близко. Бобер. Сейчас может, приближу, да. Немножко. Вон он плавает, он тут проплывал прямо мимо нас. Да, зверья тут много. Всем привет! Привет, да, привет. Мы на Сидар Айленде. Только что видели бобра, который плавал туда-сюда. Ага. Выдра плавала туда-сюда. Уточек покормили. Бурундучков в лесу. Мы тут прямо открываем на берегу. Вот сидим, кушаем. Наконец-то на ужин собрались. Так, тут наша лодка. Сейчас будем. Наша лодка тут. Но мы решили на улице покушать. И вон наш свет горит, как по бобрам. Да. У нас сегодня, ну не сегодня, но 2 дня назад был юбилей, 10 лет свадьбы. Мы вот отмечаем его такой поездкой. Да, так что мы шампанское открываем в эту честь. Со стрелять. Стуком играть? Ой, со стуком? Давай. Пробку где будем искать потом? У бобра? Я думаю, что да, пробка может быть. Ей! У нас сегодня вкусный шашлык на ужин. Вон там только ой, что с печки. Шампанское советское. На киевском заводе шампанский квин сделанное. Какой выдержки? 7-летний уже? Ну, плюс у нас еще 2 года или 3 года в наших закромах держалось. Угу. Какое меню? Мясо. Шашлычок из курочки. Ой. Ну и так, по-простому. По-простому. Помидоры и картошка. Помидоры и картошка, да. Хорошо. Но у нас не было времени долго готовить. Мы гуляли там. Итак, юнги, начинаем урок по драйке палубы. Все готовы? Да. Это называется швабра. Хорошо. Повторили. Швабра. Это называется ведро. Ведро. Это называется палуба. Палуба. Зад корабля называется бак. О, сори, бак там это корма. 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 Все. Чтобы помыть палубу, набираем воду. Забортной водой моем. Дальше. Берем швабру. Раз, два, три. И моем. Вот так вот моем от всех черепов. И потом моем здесь. Вот это все моем. Итак, когда мы шваброй продраили палубу, вот так продраили. Что мы делаем дальше? С остатками воды. Встань сюда. С остатками воды моем вот так. Вот. И смываем все, что было. Видите, грязь осталась. Что мы делаем дальше? Берем воды опять. Грязь осталась, значит, кто-то плохо помыл. И раз. Все. Да. Давай, Эдвин, вот с этой стороны, вот туда, вылей, вот туда воду вылей. Давай, выливай. Только ведро надо вылить. Все, вот матрос, молодцы. Так, готово. Все, высушиваем швабру, ложим на место. И палуба готова. Пусть боцман бабушка идет проверяет. Так, мы на всех парах несемся в Кингстон. Идем в Кингстон, прямо по борту. А здесь у нас что? Форт Хенри. Да. Мы сегодня ночевали возле одной башни Форт Хенри. На, Алиса, рулюй. Будешь рулевать? Алиса, да. Капитан. Я рулюю. Право руля, один оборот. Право, право, право. Право. Вон, смотрите, паром на Вулф Айленд. Алиса сейчас идет на таран. На таран нам не надо. А вон еще один. Эдвин, скажи привет. Мам, еще один огромный. Да? Два огромных. Сейчас проплываем.